привет, с вами Гриша Фузеев, фриски райдер батутного парка Jump Family, и это хауту смещенные оси на батуте специально для райдерс. Для того, чтобы сместить ось вращения на батуте, нужно на отходе завалить плечи или выпустить ноги в определенную сторону. По факту оба эти действия происходят одновременно, но намного проще, а главное вполне достаточно, думать только об одном из них. Итак, для удобства давайте сосредоточимся на ногах. Перед тем, как пробовать вращение со смещенной осью, нужно мысленно разбить его на две части и понять, в каком положении твое тело будет находиться к середине вращения. Далее представь, куда тебе нужно выпустить ноги для того, чтобы к середине вращения ты оказался в этом положении. Чтобы вовремя достичь нужного положения, а не слишком рано, выпускай ноги в направлении нужное положение минус 45 градусов. Теперь пробуй сделать половину трюка, упав на сетку в нужном положении. Например, мы учим Switch Rodeo 540. На половине трюка мы должны оказаться на спине, ногами, в моем случае, в сторону зеленого мата. Значит, ноги надо выпустить в направлении красного пуфика. Прыгаем полтрюка на спину и стараемся как можно ровнее приземлиться в заданное положение. Теперь пробуем докрутить со спины на ноги вторую половину трюка. После того, как ты выучил трюк, научись смотреть в нем на приземление. Для этого найди в зале что-нибудь яркое и делай трюк, стараясь видеть свой ориентир. Удачи в самостоятельном освоении батута или приходите ко мне на занятия.